Меня зовут Арсений, фамилия Титова, мне 7 лет. Занимался карате, лыжами, шахматами, еще шахматами занимаюсь. Короче, много чего было. Я хочу сниматься в кино. Мне нравится «Черная пантера», потому что броня из бедруга. Я хочу быть всемогущим. Да просто сделаю новый мир, а там один буду жить. Прикольно в новом мире. Будет гораздо больше разрыв в технологии. В этом мире меня не будут ругать. Особо то никто не будет. А хотелось бы. Я бы хотел сначала получить 20 миллионов. Можно на них покупать что угодно. Мне понадобится потом еще 10 миллионов, чтобы накопить на одну вещь. На какой-то большой корень. Обычный лечебный корень. Большой только. Я не люблю делать уроки. Не хочу. Английский мой самый нелюбимый. Потому что мой язык русский, а надо учить английский. Я не хочу знать другой язык, хочу знать только русский. А сделаю в другом мире Россию. Через 10 минут. Я себе желаю стать снова всемогущим.